До начала нового учебного года остаются считанные дни. У родителей и школьников горячая подготовительная пора к 1 сентября. Один из самых главных пунктов – покупка школьной формы и обуви. Наша съемочная группа отправилась на шопинг вместе с мамой двух дочерей. Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, а есть у вас форма школьная на девочек 10 лет? Конечно, сейчас все подберем. Выбор школьной одежды большой, поэтому сложный. Софья собирается в 4-й класс, а Лиза в 5-й. Старшая дочь предпочитает брюки, а младшей нравятся сарафаны. Глаза разбегаются, но продавец помогает подобрать то, что им точно подойдет. Пару минут в примерочной, и школьницы готовы к выходу. Нам очень нравится. Я думаю, что и девочкам нравится. Мы очень довольны. Конечно же, я учитываю их мнение. Они показывают, они говорят, что им хотелось бы. В примерке уже смотрим, что нам подходит, что не подходит. И тут уже у нас идет диалог о том, что берем мы это или не берем. Эти вещи решили точно брать. А еще в списке покупок рюкзаки и канцтовары. За ними мама и девочки пошли в соседний отдел. Поход перед началом учебного года в «Текстиль-профи» уже традиция. Здесь можно подготовиться к школе от А до Я. У нас всегда есть как минимум от 5-10 даже более магазинов для школы, где все для школы. Стараемся с каждым годом сделать это больше, выбор увеличить, ассортимент увеличить, потому что ну, востребованность растет, люди хотят больше, хотят интереснее, хотят разнообразия. У нас очень много производителей, официальных представителей фабрик с России, Китая, Узбекистана, Кыргызстан есть, школьные формы. То есть они работают напрямую прямо от фабрик. Школьный базар открылся в «Текстиль-профи» 10 августа. Он будет работать до конца сентября. Распознать отделы с товарами для школы можно с помощью специальных стикеров. Покупателям обещают приятные скидки и выгодные акции. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.